Все хорошо. Еще раз. Я себя снимаю тоже. Хорошо, ну отлично. Доброе утро! Запрет на уныние. Это мне знакомо. Надеюсь, что и вам. Какие табу есть у минчан и что они запрещают себе изо дня в день? Узнаем прямо сейчас. Жаловаться на жизнь. Все, 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 поехали. Не писать ей. Так я пытаюсь забыть. Меньше есть, надо похудеть, потерять вес. Запрет на плохие привычки. Осторожно запрещать. Вредную еду. Ходить самой в магазин. Кушать. Толстеем быстро. Ну, бывает, иногда там булочку съешь. Поддаваться на провокации. Тем более весна. Там же вообще кругом одна сплошная провокация. Общаться с людьми напрямую. Много сидишь в телефоне. Сладкое, запрет номер один. Вообще у меня таких жизненных запретов нету. Я живу на полную катушку, стараюсь. Ого! Запрещаю лениться, допустим, сама себе. Я стараюсь не врать. Главное не запрет, я бы сказала, главное остановление. Ну нет как-то запретов. Родители что запрещают? Компьютер. А что друг другу запрещаете? Курить. Фастфуд, например. Это ты сам себе запрещаешь или родители? Ради себя. Запрещаю себе лениться делать зарядку. Портит людям настроение. Стоп, стоп, стоп. Выспаться. А расскажите мне, как вы поете. Я выбираю жить. Жить в кайф. Жить в кайф, эй! Сегодня, вот конкретно сегодня, да. Я хотел к вам подойти, ну, когда вас увидел здесь. Да я сдержался, вы видите. Заниматься спортом по выходным. Гулять допоздна. Не унывать. Тратить деньги на всякую вот ненужные вещи. На этом моя смена окончена. Позитивной и продуктивной недели. И до встречи на улицах Минска.